Следственный комитет предъявил обвинение директору МУПа Бахчисарайска торгово-производственное предприятие за получение денег и присвоение чужого имущества. Экс-руководитель попался 27 января за взятку в 150 тысяч рублей. В следкоме выяснили, что в мае 2018 года директор Бахчисарайского МУПа потребовал от главного бухгалтера предприятия найти человека для его фиктивного трудоустройства для начисления зарплаты по трудовому договору, что она и сделала. В результате в период с июня 2018 по июль 2019 года экс-руководитель присвоил свыше 280 тысяч рублей. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.